Привет всем, кто к нам присоединился. Спасибо всем, кто с нами остается. Переключаемся на украинские отборочные, которые уже идут полным ходом. Присоединяемся. У нас здесь есть одна пара, которая сейчас играет. У них уже счет 1-1. Вот два наших игрока. Давайте я попробую. Интересно. Да, мы можем другую серию посмотреть сначала. Здесь у нас... второй раунд сетки Венеров. И уже... Да, уже 1-1 у Парксизма и Матроса. И вторая пара — это Резаунд и вот это Би. Или вот это В. Не уверен, как правильно считается ник, но они еще не начали, ждут начала матча. Наверное, когда они начнут, мы к ним присоединимся. Окей, что у нас происходит здесь? Здесь у нас бьются два хендлока, да? Нет. Здесь бьется хендлок и варлок на Малигасе. Отчасти варлок с Малигасом стал популярен из-за того, что он хорошо сражается с хендлоком. То есть он побеждает своего брата-чернокнижника достаточно уверенно. И поэтому мы заочно можем здесь, ну не то чтобы отдавать победу, но давать преимущество Парксизму. Потому что его колода подходит для такого матча. Матрос играет Планет Тьмы, очищает борт. Ну, мы видим, что он здесь скорее защищается, да? И Парксизм может сейчас поставить какую-то карту, захватить борт, пытаться сделать что-то из этого. Здесь может сделать жизнеотвод и сумеречного дракона. Это выглядит неплохо. Он выбирает другой вариант, использует императора Таурисона и получает скидку на ожог души. Это не совсем то, что ему нужно. Ему нужно получить скидку на темную бомбу и... Малигаса. Да, вот на эти две карты в основном. Ну и на ожог души тоже. Вот он, Малигас пришел как раз следующим, и он может на него получить скидку. Это шикарно просто для него. Да, здесь ход сработал. Здесь сначала надо было дракона сыграть, я думаю. Потом уже делать вытягивание. Нет, Парксизм решил сыграть через беспощадный взрыв. Беспощадный взрыв даже не помогает ему. Здесь через дракона, конечно, было гораздо лучше все это делать. Что у нас может сыграть матрос? Ему надо избавиться от императора, но у него нет возможности такой. Да очень и очень плохо для него. Харрисон достаточно бесполезен в этом матчапе. Ему уже есть смысл закрываться таунтами, потому что от Варлока с Малигасом можно ожидать финишеров. Я не знаю, выкидывал ли Парксизм уже темные бомбы или что-то в этом роде. Похоже, придется здесь или исцелятора играть, или ставить стенку, просто чтобы выжить. Что делать после этого? Да, рискует он. Делает лайфтэп, жизнеотвод. Пожалуй, неплохо для него. Ну, я думаю, что у него уже нет шансов в этом матче, к сожалению.
потому что слишком долго стоял император на поле. Сайленса здесь нет. Здесь может Парксизм просто заполнить борт немножко на этом ходу, а на следующем сыграть Малигаса, Губителя и Ожог Души. Ну и там чуть-чуть буквально нужно будет повреждений, чтобы закончить игру. Делает лайфтэп, пытается найти летал на этом ходу. Ну, теперь он лишается возможности сыграть Малигаса. Просто можно поставить дракона с большим количеством здоровья. Губителя тоже ставит до кучи. Ну, такой вариант тоже реален для него. В любом случае, ситуация выигрышная. Может быть, что-то вроде Пламени Тьмы сможет достать матрос. Нет. К сожалению, нет. Да, здесь он может сдаваться смело. Джараксус ничего не решает сейчас. Великан, древний дозорный и заступница Синдарай. Немного поставил он таунтов, но это его не спасает. Малигас. Пламя тьмы. На любую из своих карт можно делать. 9 дамаджа всем существам наносят. И ожог души тоже на 9 у нас идет. Парксизм берет матч. 2-1 счет, я так понимаю. Это значит, что ему остается выиграть последний матч, чтобы пройти в финал Венеров. И посмотрим, может быть, они успеют сыграть до начала следующего матча даже. Следующий матч. Воин против воина. Мы видим, что у Параксизма комбо-воин, у Матроса воин с Нефарианом, по крайней мере. Точно контрол воин, но, вероятно, основанный на драконах. Может быть, просто воин с Нефарианом. Преимущество на стороне Матроса в таком матче. Контрол воины очень хорошо справляются с патронами. Да, это, скорее всего, контрол воин, просто с Нефарианом. Барон Гиддон имеется. Может помочь в этом матчапе. Потасовка — это одна из ключевых карт. Да, все, что надо, есть у Матроса. Но он, значит, чувствует себя хорошо. Что может делать Парксизм? Будет ли он ставить Мастера Брони? Был бы неплохой вариант, но он выбирает поднять щит. Не знаю, почему он бережет Мастера Брони. Но так или иначе, это не сильно бы повлияло на ход игры. В этом матчапе Мастер Брони ничего особо не делает. Я думаю, что ставил бы его. Еще раз поднимает щит Параксизм. Выглядит как Control Warrior сейчас. Не раскрыть его, что это комбо воин. Матрос все равно как бы будет играть свою игру. И блеф здесь ни на что не повлияет. Здесь, похоже, снова поднять щит. Может быть, все-таки Мастер Брони выйдет на поле. Сейчас уже нет такого большого смысла его ставить, потому что укус смерти на 4-м ходу реален, и он с одного удара забирает Мастера Брони, тот ничего не успевает сделать. Еще один блок щитом хочет использовать Матрос. Есть два мощных удара щитом. Заряжен ремувалами. Очередной поднять щит от Парксизма. Я иногда смотрю азиатские турниры. Там, если воины встречаются, то они так всегда играют. До 5-го, иногда до 7-го хода просто поднимаешь щит. Иногда они при этом долго размышляют над ходом. Такое, типа, что же я буду делать? Ну и такой поднял щит, пропустил ход. Это вполне приемлемая тактика игры за контроль воина против другого контроль воина. Ну, против комбо воина... Ну, наверное, да. Наверное, стоит играть так же. От комбо-воину хотелось бы вначале действовать активнее, но у Парксизма не было возможности, да? Самое активное, что он мог сделать, это поставить Мастера Брони, который ему ничего особенного не давал. Здесь интересно получилось. Матрос сыграл вокруг мощного удара. И это сработало.
Здесь достаточно легко матрос может забрать этого мастера брони при помощи оружия, либо при помощи двух надсмотрщиков. И еще одного мастера брони втыкает он на поле, подставляется под комбо с мрачными завсегдатаями. Я думаю, сейчас Барксизм попробует ничего не делать с этим бордом. На следующем ходу сыграть командира песни войны и завсегдатая, заполнить борд существами. На самом деле это даже не так уж хорошо для него будет. Хотя если он использует внутреннюю ярость, то может быть что-то сработает. У нас уже готова следующая пара. У меня нет времени на игры. Окей, давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Казнь. Поднять щит. Неплохо. Хороший ход. Сейчас для матроса могло иметь смысл сыграть барона Гедона, чтобы убить вот этих вот своих существ, которые могут разгонять вражеских патронов. Но он решил этого не делать. В принципе, можно его понять. Своих существ убивать практически никогда не выгодно. Действие было спорное. Он просто решил использовать защитницу, и оружие уже прессует своего противника. И здесь, наконец, время комбо пришло, да? Так и есть. В атаку идут патроны. И получает Парксизм неплохой борт, с которым уже есть что делать матросу. Довольно легко он сможет разобраться. Внутренняя ярость. Усиленный завсегдатай убивает защитницу. Этот 3-3 идет в атаку в лицо. И шикарно выглядит борт, но одна потасовка решает здесь все. Либо даже можно сыграть Гедона, с оружием атаковать завсегда-то мощный удар кинуть командира песни войны, да, лучше наоборот, так ты меньше дэмэджа получаешь. И после этого сыграть Гедона. Вот это супер мощная против патрона карта, потасовка еще остается в запасе у матроса. Есть, правда, одна проблема, у него кончаются карты. Сможет ли сейчас Парксизм справиться с Гедоном? Похоже, он не собирается это делать. Укус смерти — это неплохо. Что он будет делать с этой картой? Вот в чем вопрос. Он может атаковать этим укусом в лицо и надеяться, что... Да, может быть, здесь лучше и служителя сыграть. Тоже приблизительно такие же размышления сейчас у него. Что сделать? Укус заслабить или сыграть служителя боли? Он решил сыграть служителя, воину, контрол-воину. Матросу нужно убить этого служителя боли, чтобы не дать дополнительную карту противнику, если это вообще важно для него. Ну, пока еще это важно. И тогда остается, допустим, гном-изобретатель на поле, и с него он сможет дополнительную карту вытащить через боевую ярость. Такая ситуация. Немножко зева. Наверное, ничего страшного. Долго раздумывал матрос, у него был вариант сыграть Громаша, но в этом даже не было большого смысла. И в итоге он решил действовать агрессивно. Он поставил Алекстраза на поле, Гедона и сходил в лицо. Две единицы повреждения делает Гедон. Одна Алекстраза уже дает летал. Что, в принципе, здесь агрессивная игра была оправдана. И если не найдет казнь сейчас... Парксизм, то матч для него закончен. Разъяренный берсерк. Броня на заказ. Выставил он здесь мастера брони, чтобы не сгорела ни одна карта. Ну, на самом деле, она бы и так не сгорела. Здесь мастера брони было не обязательно в итоге выставлять.
вихрь. Да, вихрь можно было сделать, чтобы добрать дополнительную карту. Ну, такой, да, не идеальный ход получился здесь. И казнь не пришла. Это означает, что матрос у нас берет еще одну игру. И счет становится 2-2. Финальный матч за выход в финал Венеров. Ждем начала. Так, ждем начала следующего матча. Последняя колода осталась у одного и у другого игрока. Значит, это будет у нас комбо-воин против той колоды, которая осталась у матроса. Что же у него осталось? Давайте посмотрим. У него остался чернокнижник. Если это хендлок, то победа у него практически в кармане. Да, это хендлок. Очень тяжело комбо-воину справляться с хендлоком. Есть берсерк. Но это пока все. Нужно парксизму что-то типа 2 берсерка, командир песни войны, пара вихрей. Все это сделать дешевле при помощи императора. И потом за один ход убить варлока, если у него не будет таунтов. Если будет, то дальше надо казни кидать. В общем, очень сложно победить парксизму. Но ему может повезти, если, допустим, не придут таунты чернокнижнику. Тогда у него будет больше шансов на победу. Ну, таунтов у чернокнижника очень много в колоде. Я имею в виду существ с провокацией. И поэтому шансы на победу крайне высокие. Берсерка выставляет парксизм. Он решает избрать другой путь. Он не через комбо хочет закончить, а просто сыграть максимально агрессивно. У него есть интересный вариант. Два вихря он уже может сделать на следующем ходу. И много-много повреждений нести противнику. Но, честно говоря, вряд ли он будет это делать. Здесь матрос, скорее всего, сыграет гиганта. Может быть, дракона. Да, дракон здесь не хуже выглядит. Он решил такой вариант сделать. Более безопасно сыграть, да? На всякий случай. Немоту на берсерка, чтобы он не представлял для него никакой угрозы. И, в принципе, это достаточно разумно. Ну, учитывая, сколько повреждений этот берсерк мог сделать под двумя вихрями. Хотя этого все равно было бы недостаточно, и тогда огненные великаны стали бы дешевле. Причем здесь сплошные проблемы для комбо-воина. Одни подводные камни. Достает он дополнительную карту. Ну, казнь про запас имеет всегда хорошо. Неплохо. Горный великан наконец-таки выходит на поле, на пятый ход. И здесь, наверное, пригодится казнь. Вихрь делает парксизм для того, чтобы боевой яростью иметь возможность 4 карты вытащить. Вот они все 4 красивые. Командир песни войны, злой надсмотрщик, мощный удар. И... А, 3 всего карты. У него больше... Ну, у него полное здоровье, да. 4-ю карту он не смог, к сожалению, вытащить. Матрос получает пламя тьмы, но даже... Ну, может быть, и стоило бы его сделать. Матрос, судя по всему, вообще замечательно себя чувствует. Он даже императора ставит. Не боится умереть на этом ходу. В принципе, наверное, и правильно. Хотя... Берсерк, командир песни войны, плюс берсерк, плюс монета и вихрь могли бы, наверное, дать летал парксизму. Нет, даже этого бы, скорее всего, не хватило для летала. Так что, в принципе, нормально для матроса. Было сыграть здесь императора. Ну и в любом случае он не умирает, и теперь его дела стали еще лучше, благодаря тому, что все карты, которые у него есть в руке, стали намного дешевле. Есть пламя тьмы, но при этом нету таунтов, да?
Если таунты все так же дальше будут подводить матроса, то... А, не, все нормально. Здесь Парксизм решил играть сейфово, что еще больше времени появляется у матроса. Драконы и пламя тьмы я здесь ожидаю, да? Ну и, видимо, еще дозорного можно поставить. Нет, все еще играет достаточно беспечно. Парксизм не боится погибать. Чуть больше возможностей стало у Парксизма сейчас, но берсерка все еще нет. Все еще. Все в порядке. Не добрал единичку брони здесь Парксизм. Небольшая ошибка была. И немножко сходил в атаку в лицо. Все еще нету таунтов у Варлок. Вот что интересно. Будет ли он лечиться сейчас, чтобы обезопаситься? Или будет продолжать играть беспечно? Он может сделать жизнеотвод, потом полечиться. И потом еще хватит маны на древнего дозорного. Так, он решил не лечиться. И теперь, если я не ошибаюсь, топ-дек Берсерка дает летал Парксизму. Это не Берсерк. Ну, тем лучше для матроса. Что мы здесь увидим? Будет ли укус смерти использовать Парксизм? Может. Он может использовать укус смерти, поставить нестабильного вардалака одного на поле, зарядить. Зарядить этот укус в надежде, что берсерк все-таки придет, и противник так и не поставит таунты. Интересно, что думает Парксизм? Он думает, что там есть таунты или что их нет? Что мы видим, что их там нет, и поэтому матрос их не разыгрывает. Но Парксизму это может быть не очевидно. Я должен сделать выбор. Я должен сделать выбор. Он все здесь пытается просчитать. Но, конечно, очень сложно сделать. Интересный мув. Но не то чтобы он здесь мог спасти Парксизма, но он подставил древнего дозорного под взрыв от вардалака. И это неплохо. Пламя тьмы хочет матрас использовать. Это уже БМ, да? Сомнительное действие было с пламенем тьмы. Ну, конечно, есть адское пламя. Про запас, да? Вот он, вот берсерк пришел, который был так нужен. Ну, после исцелятора, конечно, летала здесь нет. Матрос как будто знал, что именно сейчас надо этого исцелятора сыграть. Очень много дэмэджа может получить берсерк дополнительного. 6. Но, по-моему, этого недостаточно. По-моему, этого недостаточно. Или достаточно. 18 плюс 6. Неужели ровно 24? Похоже, все-таки берсерк принес победу Парксизму в этом нереальном матчапе. Или я ошибаюсь? 14... А, ровно 20. Хорош! Красавчик! Ну, это очень плохой матчап для комбо-воина, но он затащил. Вот чем хорош комбо-воин. Поздравляем Парксизма, он проходит следующий этап. А мы пойдем...